Здорово. Здесь нельзя останавливать. Знак 334. Здесь нельзя ставить, здесь знак 334. Его нету там. Нету, ну отойди ты. А можешь мне принести, показать? Кого? Ну знак. Мы сейчас штраф принесем. Ну давай, выписывай. Друзья, это пример того, что мы остановились якобы под знак 334, которого, естественно, я не видел и, наверное, не увижу никогда. Вот. И мы сейчас, если они, конечно, к нам подойдут, не отреагировали на его предупреждение по поводу того, что тут стоит якобы знак. А фишка заключается в моем супер автомобиле. Я вас, конечно, не хочу учить плохому, но так сложилось у нас обстоятельство, что нас государство зажало во все рамки, поэтому приходится идти на те поступки, которые бы не хотелось сделать. Поэтому вся сила в моем автомобиле и в этом человеке. Друзья, в общем, вышли мы на улицу. И нету ни парковщиков, никого. А вот у людей вот такие вот прилетают штуки. Один раз уже было у меня много роликов по поводу этих парковщиков. А, все, он стоит там и думает, выпишет у меня постановление или нет. А он сидит. А что мы на лавочке прохлаждаемся? Что мы на лавочке прохлаждаемся? Я вот не могу понять. Вас снимает скрытая камера. Я как чуял, что где-то здесь от чем-то попахивает. Либо хорошими, либо плохими. У нас город в опасности. Преступность у нас все-таки не дремлет. Может, мы поднимем попы и пойдем патрулировать? Ну, присаживаться я не хочу. Ну, естественно, я бы ответ бы, ты знаешь, какой бы получил. Ну, она очень маленькая. Вот это... Не, ну я могу побольше достать. А говорят, тут вы под знаки 334 постановление выписываете. Ну прям вы. Эти не захотели писать постановление. Другая задача. Ладно, понял. Ушел. Пойду другие искать жертвы. В общем, друзья, как-то так. За 3D стали. Конечно. Добрый день. А что люди на вас жалуются? На нас? Ну конечно. Что, вы запрошу? Конечно. Ты же видишь? Что, да. Что мы кого ожидаем? На вызове. Объясняем, что тут проезжать нельзя. Я объясняю, что тут можно проезжать. Если интересно, я отвечу. Ну, если интересно, я объясняю людям, что тут можно проезжать. На парковку. Вообще можно проезжать. Да? В приори. Мы же тоже предупреждаем, что можно. В приори опять, да? Mm-hmm. В априори. В априори. Да. Больше негде, да, постоять там вот перед знаками стать и вот перед знаками. А кто сказал, что мы здесь пишем? Вот видели, что мы здесь хоть одну написали? Сейчас, подожди. Мы будем гуляем по центру. На Никольском стоят шакалы и выписывают постановы. Ну есть фотография, давайте посмотрим. Видел. Сейчас. А что она убежала? Она меня стесняется? Да, откуда знаю. Девушка, а вы меня стесняетесь? Вы меня стесняетесь? Вы напарника бросили. Вы знаете, вам запрещено напарника отпускать очень далеко. Да. Да и вот это, и вот там много. Так это с Никольского. Ну какая разница, ну рядом, я и туда проедусь. Там 3.34 ж дальше.
А там за все. А так даже, нам даже сам командир говорит, что тут никто не стоит. Не стоять. Ну, не писать, не, ну. Точно? Конечно. Сам командир говорит? Конечно. Роты или батальона? Ты роты, батальона. Что командира уже хватает. А так я только с парковки вышли, машину ж там оставили. Все, вопросов нету. Все, я тогда людям сообщу, что вы ходите и просто гуляете. Хорошо, сообщайте. Все. Всего доброго. За один день. Друзья, ну как-то так, опять Никольский проехались. Видите, сообщили нам о том, что никого не штрафуют. Поэтому пишите в группу «Надзор Харьков», и мы будем реагировать, приезжать. Ну, кому нужно жаловать постановление, уважаемый человек Алексей Михайлович, он всегда на связи. Всем удачи.